Приветствуем вас на канале Лига Real Estate. С вами Надя. И мы находимся в Махмутларе, в крупнейшем из готовых жилых комплексов премиум-класса. Этот дом отличается от других комплексов своей локацией и масштабом. До моря всего 400 метров, а инфраструктура не уступает отелю 5 звезд. Единственное, нет системы «Все включено», но за дополнительную плату служба доставок ресторанов доставит вам разнообразную еду на завтрак, обед и ужин. Это уникальный дом, в котором удачно переплетаются богатая инфраструктура и эко-дизайн. Комплекс построен по индивидуальному проекту. Здания состоят из монолитного каркаса с двухслойными наружными стенами. Монолит плюс облицовочная штукатурка. Дополнительной звука и теплоизоляции служит частичная облицовка природным камнем. В ночное время предусмотрено освещение фасадов. Панорамное остекление, декоративные детали создают неповторимый архитектурный ансамбль. Квартира имеет эргономичную планировку с потолками высотой 3 метра. В комплексе предусмотрена закрытая территория, а также кодовые замки, видеонаблюдение и охрана. Озеленение дворовой территории выполнено с использованием индивидуально разработанных малых архитектурных форм для оформления зон прогулок и отдыха. Зона отдыха вокруг открытого бассейна оборудована шезлонгами и зонтами, а также создан бассейн для самых маленьких членов семьи. Просторная беседка у мангала позволит встречаться с родными и друзьями у огня в любое время. Также на территории комплекса есть закрытый бассейн с подогревом, игровая комната с приставками, детская комната, комната отдыха и большие лобби, где можно провести переговоры, например, онлайн, так как на всей территории комплекса есть Wi-Fi. Спа-зона состоит из римской и финской саун, турецкого хамама, соляной комнаты, тропического душа и массажных комнат. Для владельцев автомобилей также есть плюс, так как на территории комплекса предусмотрена парковка. Холлы и вестибюли комплекса по своему уровню соответствуют интерьерам высококлассных отелей. В декоре используется натуральный мрамор, изделия из ковки, высококачественные отделочные материалы. В жилом комплексе используются инженерные системы от ведущих турецких и мировых производителей, гарантирующих высокие потребительские качества и долговечность оборудования. Наша квартира находится на 8 этаже, имеет планировку 1+1, 70 квадратных метров. Оборудована вытяжной вентиляцией из санузла и кухни, а также кухонным гарнитуром. В квартире выполнена полная чистовая отделка, установлена сантехника и душевая кабина. Окна выходят на южную сторону и территорию комплекса. Стоимость этой квартиры 88 тысяч евро. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. И не забывайте следить за нашими обзорами в ТикТоке и Инстаграме. С вами была Надя, компания Лига Real Estate. До скорых встреч!